Всем доброго здоровья, мир вашему дому. Друзья, вот сегодня у нас работа с землей, радостная работа. Значит, у нас в Барнауле есть институт Листовенко, который там разрабатывает всякие саженцы, там делают. Вот, ездил я в город, значит, и купил себе яблони, две штуки разных сортов, грушу. Ну, грушу что-то пока одну купил, тоже вторую попозже куплю. Обязательно нужно садить разных, и жимолости. Сегодня пытаемся, значит, все это вкопать. У нас, кстати, вот это наш палисадник. Все постепенно, быстро не получается. Пока строечки, пока что кого. Вот в этом году мы распахали. Все, и у нас тут это. Значит, садим все четко по науке. Я лежал в больнице с одним дедушкой. Белов, дядя Володя. И вот пока мы лежали, значит, время зря не теряли. А он тоже, у него там огород, значит, дача там или что-то. Такой, ну, советских времен, в общем, дедушка умный. И рассказал, как. Значит, покупка разных сортов и груш обязательно. Посадка на расстоянии не менее 3 метров друг от друга. Вот я первую начал. Потом все это выдержим. Яма 1 метр на 80. Ну, я тут примерно 80 на 80 вырою. Вот, значит, водой пропитать там консервные банки. Я специально копил, не выкидывал. Туда это как железо. Вот, древесные золы 1 литр. Потом вот пишет аммония с горсточку и суперфосфат по инструкции. Где его брать, непонятно. Ну, его покупать надо. Я, кстати, вот эту тетрадку только нашел у себя. Я как бы храню в памяти. Думаю, вот когда придет время, обязательно буду садить, как дядя Володя сказал. Но тетрадочка где-то валялась, пока еще время не пришло. И вот время пришло, тетрадку быстренько нашел. Вот, и все. Поэтому сейчас будем садить все по уму. Все, как он сказал. Вот, ну и назовем эти яблони в честь дяди Володи, потому что этой весной его не стало. Мне позвонила его родственница, говорит, ну просто по телефону увидела, видать, это, говорит, так и так вот. Все, там что-то сердцем ему плохо было. Он был верующий, в храм ходил тоже. Вот, так что Царство ему небесное, помоги ему, Господи. Вот. Ну а мы, что мы? Мы будем садить и надеемся, что у нас будут яблони вот такие. Значит, две яблони, один сорт уральская наливная, другая, по-моему, превосходная там или какой-то, не знаю, не помню сейчас. Вот. Ну и жимолости тоже потом дойдем, там, значит, тоже расскажу немножко. Несколько, 3 сорта, по-моему, разных. Ну все, я тут первую ямку уже подготовил, там эти прутики, там вот как у меня написано было, как дядя Володя говорил, банки консервные, вон на каждую эту лунку 1 литр золы древесной. Ну и все, сейчас еще удобрение подкидаю, это и буду втыкать земли там, вот так вот. Угу. А там пока он это пролил, пока вода впитывается. Так, ну а я ирисы воткнула, вон они. Красота. Обрабатывать потом будем. Тут надо вот это все обрезать, будет верхушку обрезать, варом замазать. Вот это вот прививка. Значит, держи, Варлам. А, ну что держи-то, подожди, еще надо воды рискануть. Ну, нет. Сейчас буду.